В Уральске в арт-центре «Атамикен» прошел конкурс «Мисс Уральска-2022». В этом году в традиционном конкурсе приняли участие 16 девушек. Все прошли строгий отбор по 5 разным этапам. В следующем сюжете расскажем, кто же одержал победу. Конкурс красоты, который оценивает интеллект девушек, сегодня набирает популярность. В этом году конкурс красоты «Мисс Уральск», организованный предпринимателем Жулдыз Куспановой, прошел уже 8-й раз. От претенденток поступило более 100 заявок. Это девушки, следящие за модными тенденциями, умеющие показать свою образованность и таланты. Всего было отобрано только 16 участниц. У нас кастинг проходил 3 месяца, и июнь, июль и август месяц, сентября месяца мы начали подготовку уже непосредственно. Девочки готовились по разным направлениям, у них проходили занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству, мастер-классы различные, мастер-классы по йоге, по психологии. Также они участвовали в фотосессиях, благотворительных акциях. По правилам проекта девушки должны показать не только свои природные данные, но и знания. Например, на одном из туров они продемонстрировали свою эрудированность в вопросах истории и культуры. В целом, все девушки выступили очень достойно, поэтому выбор жюри не стал простым. Выбрать ту единственную девушку, которая будет представлять регион на республиканском конкурсе, это, конечно же, очень сложно, очень. Нужно не ошибиться, нужно выбрать вот действительно ту, которая достойно будет представлять. Казахстан, кстати, будет 18 ноября этого года во Дворце Республики в городе Алматы. Вместе с количеством участников с каждым годом повышается и уровень самого проекта. В этом году участие в голосовании могли принять и зрители. В итоге «Мисс Уральск-2022» была названа Анастасия Январева. 16-летняя девушка учится в 10 классе школы номер 21. Не до конца была уверена, и для меня сейчас такой большой шок. Очень благодарна, что этому мероприятию, этому конкурсу, то, что многому меня научил. Большое спасибо хочу выразить членам жюри, нашим педагогам, которые на протяжении месяца нас готовили к этому мероприятию, что потратили все свои силы, вложили в нас. Спасибо им большое. И, конечно же, хочу сказать спасибо своим родителям, что поддерживали меня. Победительница конкурса будет защищать честь области на республиканском конкурсе «Мисс Казахстан». Екатерина Шмидт, Асланбек Саламатов, Айдос Кесимов, телеканал «Акжаик».